Перед вами коврик женский, антицеллюлитный. Эффект этого коврика достигается за счет сочетания лечебного эффекта календулы и красной щетки. Кроме них в коврик входит еще крапива, мята перечная, ромашка, зверобой, лист малины и лист березы, как основной компонент, который во все коврики входит. Коврик этот для получения эффекта, конечно же, обязательно заваривать. Ну и желательно, конечно, пользоваться им регулярно. Обратите внимание, насколько приятно пахнет вся эта процедура. Желаю вам хорошо провести время. Садитесь на здоровье.